добиться успеха, нужно, как говорил наш дедушка Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться, развивать себя, совершенствоваться во всем, потому что иначе никакой успех никогда к вам не придет. А успех — это как та птичка, она может прилететь, может улететь в любой момент, поэтому нужно постоянно трудиться над этим. Понимаете, я, наверное, отвечу на этот вопрос, может, где-то шуточно, но вы меня поймете. С детства я прочитал один маленький четырехстиши, где было сказано: не позволяй душе лениться, что в супе воду не толочь. Душа обязана лениться день и ночь, и день и ночь. Все, я ответил на ваш вопрос. Во-первых, немного удачи. Это... И, как ни странно, в нашем 21 веке, ну, я считаю, что нужны связи и деньги. Без них все равно никуда. Какой бы ты талантливый ни был, но если у тебя нет хорошей волосатой руки, то без нее никуда. Главное было бы желание и цель, то есть то, к чему надо стремиться. А когда этого нету, то, к сожалению, ничего не получится. Когда есть два качества, всегда попадаются те люди и те факторы в жизни, которые помогают тебе в дальнейшем развиваться и всячески сопутствуют дальнейшему. Появляются какие-то финансовые, денежные там, друзья, коллеги, которые, люди, которые всегда помогут в любой момент. И ничего не надо бояться, все получится. Талант, финансы, связи и талант. Стремление, старание, труд, еще раз труд. Ну и талант тоже.